А в международном аэропорту Борисполь от имени главного полицейского страны Арсена Авакова раздают буклеты напоминания о безвизе. Об этом сообщил журналист Василий Кручак. С вопросами о том, почему листовки напечатали от имени Авакова и кто оплатил тираж, журналист обратился в министерство. Там, правда, корреспондента перенаправили в нацполицию. По словам Кручака, в главке запрос и вовсе не заметили, а позже посоветовали снова обратиться в МВД.